первое, о чем хочу всех предупредить. На входе в замок тусил пьяный такой бомжеватый дед, который светил своей попой. Если вы будете с детьми, вам крайне будет неудобно, в общем, входить. И я бы, если бы про него знал заранее, я бы вообще туда, ну, не поехал. Потому что эстетическое удовольствие немножко теряется. Ну и общая информация. Замок находится немного в отдалении от моря, в деревне, на пустыре, на большом. То есть вокруг ничего нету, такая, ну, как бы, и разруха немного. Ну, какие-то сараюги и старые дома, и богатый замок за забором. Но благо на пустыре много парковки, хоть запаркуйся. У замка большая территория, много всяких там ништяков, и растения красивые, и какие-то статуи, и животные всякие. Есть кафеха, есть какая-то арт-галерея, но за дополнительные деньги. Туалет за дополнительные деньги, туалет шикарный. А в сам замок вы войти не можете. Выглядит так, будто хозяева строили, ну, роскошный отель, но денег на внутреннюю отделку не хватило. И сделали, как бы, пока что поднимают деньги просто на прогулках по призамковой территории. Туристов много, приезжают прям автобусами. Много местных, болгар приезжает, ну и русские тоже есть. Ладно, все. Иди, молчи, молчи.